Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Сегодня мы заехали в магазин, он находится за каштаном, я вам покажу. Здесь, смотрите, все видно, но здесь, я не знаю, мы не спрашиваем, как тут, не ликвид или что. Здесь те же обои, что за 540, они стоят здесь по 270. Это виниловое горячее тиснение, шелкография на флизериновой основе, любые, вот какие вы хотите. Вот мы сейчас стоим, нам нужно выбрать что-то вот в комнату Саши. Вот посмотрите, мы не хотим, конечно, с рисунками, но Саше нравится вот этот вот. Вот он такой в сером. Вот смотрите, как он смотрится. Мне кажется, что вот это вот тоже мне нравится. А ну сверни этот рулон, Саш, давай вот этот опустим, посмотрим. Вот здесь... Не хочу я его опускать. Ну я хочу посмотреть, как оно будет носить. Не видно ничего. И смотрите, вот такой вот серый есть тоже. Сейчас я продавца попрошу, он нам окупит. Потому что в рулоне это одно. Повисать что? Не-не, не повисать. Зарубить мне вот той сиреневой, пожалуйста, чтобы он так трошки зависав, чтобы я подивил. Я скажу, я сейчас повешу. Не-не-не, вот тут на это, мне достатньо цього. А красиво так. Да? Я ось сейчас втыкану, ну мне цей больше нравится, цвет приятный. Ось так. И клацаем. Да, тоже хорошо, дивіться. Він не такий блискучий, як тут. А якщо можна попросити вас отут повісити, да, пожалуйста. Ну цих всього вже три. Три, нам три треба. Вибор обалдіваючий, ребята. Не знаю, що брати. Зараз я посмотрю. Ну, ми вибираємо по Сашиному вкусу, значить, наверное, будемо брати вот эти, а да? По вайберу, ні. В смысле? Ну, дочечки, клац. А, там ми вже клацали. Ні, то як поклеєне буде, то буде. А, я ви знаєте, як вона приїде там на один раз за год, вона нас далеко. Короче говоря, я так понимаю, что вот это, что вы подняли ручкой, и это одинаковое, правильно? Да, только тональность структура. Разная. Да, тональность разная. Ну, я к тебе вот. Ждем привоза. Вроде и не хочется серого цвета. Ну, пока. Ну, хай будет. Ну, хай будет, да. А как тебе вот этот, Сань? Ну тут полоска. Вот это. А у вас есть такое, что висел с полоской? Вот это? Я не только сняла. Я не только сняла. Пожалуйста, повесьте еще раз, посмотрю. Я говорю, что очень плохо. Нет, нет, спасибо, это у нас такая прихожка. Все, все, ага. Спасибо, нет. Так, ну дай пообщаться с человеком, Саш. Ну что, иди. Иди. А, перекур можно. Да, да, да. Ну, здесь много вот эти цветные, но нам цветные не нужны. Но выбор. Да, видите, и такие есть, и вот такие узенькие. А ну, нет, я не хочу полоску, потому что у нас полоска в этом. Вот такие вот, как они называются, виниловые супермойка. Да. Это можно мыть их вот так прям, брать их. А вот это мыется, не царапается, да? Ой, это хватит на наш вик, я ж кажу, что. Ну, так, конечно, хватит, так. Ну, честно говоря, мне вот это тоже нравится больше всего. А как оно, скажите, если там маленькое где-то, знаете, у нас глиняное, но все сделано. Пошпаклевано. Ну, пошпаклеванные дырки, но есть, да, чисто, ну, да чисто не будет видно там, например, на вот том таком шоче. Нет, тут не должно видно, ну, конечно. Грунтовано все мастер хорошо делает. Грунтовка обязательно. Я просто смотрю, как он трошки пожмакан, то он вроде бы это. Ну, я думаю, знаете, что не будем мы голову морочить. Оце, наверное, три рулона ці возьму. Мне, конечно, нравится це в сиреневом таком цвете. Вот это. Но... На нем больше будет видно. Больше, да? Конечно. Потому что он, бачите, он чистый. Вот такой. А цей трошки с блеском, видите? Ну, как с блеском, я да. Знаю, так, короче, разобрал. Давайте три рулона и я все. А вот эти обои у вас есть такие, вот это просто как вот наклеены? Я эти поклеила, нема не видно. Это вы поклеили? Ну, молодец. Я шклею, так что да? Уже... Ну, они ж клеются в стык, все же. Да, да? Обычно, в стык. Смотрите, тоже красиво. Вот, наверное, в рулоне такая кака, а на стене смотрится очень... Да, мне очень... нравилось вообще. Люди заходят, когда вы стыки, я уже не... Да, очень, очень, очень красиво. Молодец, видишь, какая сама клеит, сама... 20 год. Да? Просто одни... надо... А теперь одни проблемы. За здоровьем, да? Да? Я тоже смотрю, у нас девочка сейчас молоденькая такая, ну, как молоденькая, и такая молодец. Я говорю, а ты одень перчатки, это нашу, кажу, так на старости, и потом... Не клеются. Не клеются, да? Да, не клеются. Ну, вона штукатурує, вона все робить. Ну, це же я тепер уже не штукатурю, не хочу. Вот, пожалуйста, сегодня у нас легкий выбор, потому что вы мне написали, что Ковальчука такой вкус, вот Ковальчук и выбрал. Если там какие-то будут проблемы, будете на Ковальчука. На Ковальчука будете говорить, понимаете? Потому что... А мне Юля сказала, ой, Лариса. Да, она говорит. Она... Смотрите,
Она меня Аней называла, а потом, да, а потом говорит, ой, извините, я разволновалась. И вот, смотрите, какие неплохие, вот неплохие. То есть здесь вы выберете, ребята. А вот эти вот, которые с такими бирками, сколько они стоят? Это этикеточка, 370. Все равно, видите, вот фирменные, это что, в магазине дешевле. Те стоят 530, от 530, дешевле нет. Вот. И 660 есть, да. А вот цена есть. То есть, пожалуйста. Но по качеству они абсолютно одинаковые. Абсолютно. И поверьте, что эту бумажку вы клеить не будете. А эти обои тоже в полиэтилене, они же не голые валяются. Вот они. Так что, ну, выбрали. Наконец-то, слава Богу. Вот смотрите, вот такая золотая, вот она смотрится на стене очень-очень красиво. Яркий. Эти дома надо будет перекрутить, пересмотреть. Это второй сорт обои. Вот с этикеточкой это первый. Ага, ага. А эти надо от начала размотать, вот открыли. Перед тем, как клеить, да? Ну ничего, мы три берем, поэтому там с запасом будет. Да, 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 да. Вы их надо пересмотреть. Ага. Их не приносили ни разу. Ну, да, ну я вас умоляю. Знаете, где лучше, там, где видно, там, если, например, то под шторы. Я к этому отношусь. Знаете, это не зубы и не здоровье. Это все ерунда. Это все можно поменять. А это что такое у вас в банках? Это краски. Водоэмульсионка, да? Угу. Водоэмульсионка. А сколько вот батареи красить? Сколько у вас краска стоит? Нема, да? А я уже купила, думаю, ну сейчас сравню цену и расстроюсь или нет. 170 для батареи была маленькая. А, нам и нормально. Мы купили за 110. Нормально, так что. А, вот есть неплохая. Вот есть багеты. Ну, мы этого не будем покупать. Я хочу, наверное, под натяжной потолок поставить шнур. Санька выглядывает. И мне показали, но мне тоже не очень. Оно как-то по... Нет, багеты я клею всегда мне очень. Шнур. Мне нравится, да? Ага. Что, можно забрать? Да, сейчас я их смотаю, пока вам же. Можно. Ну, у нас в прихожке стоят без этих натяжные, уже, наверное, три года. Четыре. И стоит нормально. Короче, это посмотрим. Ручку делай. Там дам до машины. И ручку, и ножку может зарубать. Все. Саша выбрал. Все, до свидания, Саша. До свидания. Вся ответственность теперь на Саше. Вот смотрите, винил на бумажной основе вот такие по 100 гривен. Нет, по 80. А, уже по 80? То второй сорт. Ой, ну будет они стоять, и как и второй. Смотри, какая красота. Я вас умоляю. Так, все, я рассчитываюсь. Так что, если у вас будет желание, пожалуйста, заходите в магазин. Я вам не показывала этого магазина, где я первый раз была. Ну, а это их, ну, это, наверное, центральный. Они только открылись недавно. Не, уже больше года. Да? А я только заметила наклейку. Боже мой. Так что... А я тут не знаю, оно неудобно заезд, поэтому... Так я вам скажу, что вот тут вот все видно, все хорошо. Не спешите деньги выбрать. А когда я поклею обои, верни мастер, я вам скажу, что и как происходило. Ну, честно говоря, вдруг какой-то брак, там, например, метр, чуть 2 метра, то они поменяют. Если нет, то... Но я вас умоляю. Так что рассчитываюсь. Даже скидочку маленькую сделали. Спасибо вам большое. Успеха вам и всего-всего вам хорошего. Пусть процветает магазин, и у вас растет зарплата. Спасибо. До свидания. Так что, вот так знаете, как говорится, тот сказал тому. Но нам и сказали за этот магазин. Я вам сейчас покажу его снаружи, чтобы вы знали, где он находится. Вот центральная детская стоматологическая. Это как вот бывший Каштан магазин. И вот они шпалеры, вот они, видите, шпалеры, обои, оптовицины. И это поворот вот на мясокомбинат, к Горгазу сюда. Так что, пожалуйста, приезжайте, кому эта информация будет полезна. А как они будут смотреться? Вот сегодня Тома посмотрит, если там где-то какой-то брак или что-то. Но я думаю, что лучшие полотна пойдут там, где видно, а где не видно, там пойдет. Но я думаю, что все будет нормально.